Всем привет! В третий раз пытаюсь записать видео. У меня, оказывается, звук не записался. Мы находимся в городе Приозерск, это 500 километров от Алматы. У меня Сазан. Это летнее кафе Сазан. Мы находимся на берегу озера Балхаш. Всем приятного аппетита, ребята. Это 500 километров от Алматы, я уже сказала, да? Северный Казахстан, озеро Балхаш, город Приозерск. Почему я заказала Сазан? Рыбу, потому что она тут самая вкусная, всегда свежая. Так, я до этого записывала, она, оказывается, не записалась. Вот здесь я немножко уже поела. Всем приятного аппетита. Мы сегодня обедаем с семьей. Тут у меня дети с Либо, напротив муж. Тут в соседних столах сидят люди. Поэтому, если посторонние шумы будут, не обращайте внимания. Тут рыба самая-самая вкусная и свежая. Видите, она прям хрустящая, горячая. Только что принесли. Сейчас поедим, потом поедем на пляж. Купаться, веселиться. Будет человек где-то 20. Родственники наши. Три семьи, да, поверили? У всех, все многодетные. Бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники. Ты не писулишь. В этом городе, кстати, сегодня день города Приозерск. Вечером будут, говорят, праздник на площади. Здесь, в этом городе, можно расплачиваться в рублях. Расплачиваться. Тут российская армия до сих пор существует, да? Или уехали? Тут раньше была российская армия. Город был закрытый, военный город. Обожаю хвост. Вообще хвост Сазана. Все вкусно? Да. У мужа шашлык и солянка. Ага. Видео с рыбаками, да? Я видео с рыбаками. Маған керек ол. Начинается мам. Поэтому, когда мы куда-то с семьей выезжаем, не могу снимать. Ничего не получается снять. Будут мяукать. Ага. Вот это маленькое мороженое беру. Вот эти пломбиры маленькие, как снежок, ой, снеговик. Хвост он самый костлявый. Костлявый. Мы с собой заказали копченого. Копченый. 3-4 сазана копченых, вот таких. Вот таких. Огромных. И завтра мы заказали свежий сазан. Заморозить, чтобы с собой забрать. Аша Медл, доча. Горячий-горячий прям, ребят. У нас в Алмате вот такой, вот так прям не жарят почему-то рыбу. Они всегда в духовке. То в фольге, то это, то на гриле. Мне не нравится. Мне нравится прям только жареное. Чисто жареное.
Вот тут хлеб. Здесь салат свежий. Берем вайна. Пас видео цирвалом берем, не? Мен видео цирватым. Новый формат с ребенком. Кара мороженое. Ну как цыгане. У меня дочка просила другое мороженое, а тут другое. В прошлое видео у меня плов узбекский я снимала. На меня узбеки напали. Почему ешь вилкой, почему не ешь руками? Почему запиваешь колой? Почему с чаем не запиваешь? Я не пью чай. Я не пью чай, ребята. Во-первых. Во-вторых, блядь, неудобно же есть плов руками. Если бы это было бы дома, да? Дома еще можно есть. Вот рыбу, например, я люблю есть руками. Я даже без формах не всегда ем руками. Вилка. Очень вкусно, кстати. Жара тоже здесь стоит. Вода теплая, кстати. Мы сегодня были на пляжу. На пляж ходили. В санаторий. Вода прозрачная, теплая. Надо аккуратнее, да, тут косточки. Надеюсь, меня за музыку YouTube не забанит видео. Завтра обратно в путь домой. Моей дочке не понравилось разливное мороженое, когда сверху вот эти мелкие конфеты сыпят. Пошла по меня, новую купила. Поменяла, да, все-таки мороженое? Без присыпки верхней? Да, да. Выкинули, да? Блин. Надо запомнить, она уже второй раз так делает. А сейчас нальешь мне, она теплая. Блин. Я колу поставила сюда. Можешь поменять? Вот так возьми колу. Ага. Баранс. Эй. Я забыла свой вот этот настольный маленький штатив. Приходит вот так. На зеркало. Молодец. Что она уронила? Мороженое уронила. Она всегда так.
До этого музыка. Музыки не было, когда я еще не снимала. Как начала снимать видео, музыка. Меня, походу, мое видео не пустит. Музыка. Я уже хвост съела, смотри. Такой огромный сазан, да? Как зажарили прям? Что, даже косточки жуются. Время 2 часа дня. Кому мы приехали гостю? Они уехали в этот поминки. Ну, год. Как человек погиб. Будут год справлять. Свое мороженое уронила, теперь обратно идет другая уже. На, уйми с дочерью, нельзя так. На, как ты это. Они телек смотрят на английском. Никто их не учит, они сами на английском разговаривают иногда. Надеюсь, видео запишется. Звук. Камера. Вот это микрофон, блин, предатель. Разъем для микрофона. Очень вкусно, кстати. Тот сазан, который мы покупаем в Алмате. Он почему-то на вкус различается. Вот такие вот дела, ребят. Дорога была хорошая. Автобан, кстати, строят. Раньше было очень. 7 лет назад мы сюда приезжали, была очень плохая дорога. Очень-очень плохая. Сейчас хорошо, автобан. Ну, пока ремонт, кстати, да, в некоторых местах идет ремонт. Ну, тем не менее, мы доехали хорошо. Детям, конечно, было немножко тяжело. Лечь там, спать, уснуть, поспать не получалось. Ну, ничего. Завтра возвращаемся. Идет. Новую мороженое купила. Представляете, пока я снимала видео, да, столько экшена тут у меня случилось. За кадром было, если знают. С детьми. За 10 минут 4 мороженого купили. Я говорю, за 10 минут столько экшена, именно мне за кадром говорю, ребятам, что происходит. Если вы знали. Это ничем. Не подрались между собой. Представляете? Они еще даже между собой еще не успели подраться. А так обычно еще и между собой же дерутся. Там прям убивают. Ладно. Спасибо всем, кто со мной был. Досмотрел, я честно наелась. Они порции огромные. Представляете? Всем спасибо. Увидимся. Всем, кто дошел до сюда. Пока-пока. Увидимся.